Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Ребят, своей старой колодой ничего пока не менял. Ну, давай наберем побольше каких-нибудь новых колод, точнее карт. А уже из них попробуем создать новую какую-нибудь колоду. Кто у нас там? Снафт какой-то? Что за Снафт? Слушай, ну хорошо, у нас тут есть... Что поставить на вторую линию? Так, после третьего хода подтасуют вашу руку в вашу колоду. Ну, давай сделаем так. Угу, тоже ртуть. 1-1. Так, ну что, сюда пойдет у меня медуза. После каждого хода карта здесь сражается с самым слабым и уничтожается. Понял. Дай-ка снэпну. Посмотрим. Водопад воина. Что-то задумался. Что-то он задумался. Вот как он. Ага, Кравлера. И Корга ставит. Так, у меня есть одна задумка. Что если мы вот так сделаем? Сюда двоечку прибавим и сюда двоечку. Да? Правда, мистера Фантастика нам придется уничтожить. Но с этим ничего не поделаешь. Который стоит один. Нельзя разыгрывать карты, которые стоят один. Ну, давай разыграю вот эту карту. Эта карта не один. Так, если вы не разыгрываете здесь карту, на следующем ходу плюс 4 к силе. Так, подожди. А он четверку фантастическую уничтожил, и получается, что вот эти 2 плюс 2 они засчитываются? Ёк-макарёк. У него тоже Джессика. Ну давай так поставлю. Так, дубль, да, будет 3. Потом будем ставить дьявольского динозавра. Вот так вот. Твою налево, блин, со своим Халк Смэш. Прикинь, что сделал. Взял и уничтожил мне все карты. Ё-моё, ребят. Просто он взял сюда Халка, кинул, и все, ребят, и мои карты уничтожились. Так, он получает новую рамку. Намор. Немор. Плюс 5 к силе. Но опять же, это если он один будет. Да, с Халком-то, конечно, я что-то не подумал. Действительно, нафиг я туда вставлял? Там можно было бы действительно просто выставить Халка и все. Нет, я там что-то выставлял. Тьфу. Тупанул. Причем дико. Но у меня и Халка не было в руке, если честно. Карты стоят на один меньше. Посмотрим. Ракета. Офигеть, он силы себе 4 накидал. Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Мне даже поставить некого. 6.
То есть получается плюс 5 к силе. Превращает случайную локацию. Так, ну давай сделаем таким вот образом. Кого он там? Сентинеля поставил. Просто в руины. Давай так попробуем сделать. Так, два. Даже не знаю, что сделать-то лучше. Давай так поставим. И что это? Запретил? Запретила эта гадина мне, да? Слушай, охота у нас что, последняя, что ли, или нет? Нифига. Победили. Как это чурло? Плюс 2 к силе за каждую другую вашу карту здесь. Вот оно что. Но мы еще не отыгрались. Не отыгрались, друзья. Поэтому погнали далее. Замок Плендеров. Но эту мы локацию мы эту видели. Где можно только шестерочки разыгрывать. Поиск противника. Мага. Ну, окей. Мага так мага. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Так, у разыгранных здесь карт быть уничтоженными. Я сразу снэпать буду. Вот смотри, у него что-то не уничтожено. Мою бы карту уже 100% уничтожено. Так, после четвертого хода все карты перемещаются в одну локацию. Вправо. Сюда. Ну, давай посмотрим. Сейчас Хеллбастера сюда поставлю. Вот на эту локу. Пускай он объединит. Я надеюсь, он ртуть сожрет. Ну и что он там задумался? Мага. Палец вверх. В плане палец вверх. Вот так вот. Здесь можно выиграть только... Ага, разыграть карты, которые стоят 6. Что, Хеллбастера оставлю? Лишь бы он сожрал мне медузу. Лучше бы он ртуть съел. Фига у него там карты. О, хорош. Перемещаются, да, после 4-го хода? Сколько помню. Давай так сделаю. Перемещаться вправо. Джессика Джонс. Так.
Я не могу разыграть. Другие ваши карты в этой локации. Посмотрим. Последний ход. Блин, ну здесь-то вот что, я не могу ничего поставить, что ли? А, нет, могу. Халка влепить. Почему-то только Халка я и могу здесь влепить. Ну, давай посмотрим. Ай, твою налево, он тоже, ребята, Халка влепил, прикинь. О, тупырь. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. На одно очко буквально выиграл, блин. Ну, откуда же я знал, ребята, что у него там Халк есть. Я был уверен, что мы сможем выиграть. Ну, ишь, не тут-то было. Халка выставил, блин. Да подожди ты, какой отменой? Давай рубись, блин. Так, сейчас этой колодой сыграем еще разок. Потом будем что-нибудь другое, ребят, думать. Субопро. Угу. Ну сразу, вот сразу дают Халка, блин. Угу. Че, на перемещение будет, что ли, играть здесь? На каждом ходу вы не можете разыгрывать здесь свою первую карту. Странно. Свою первую карту. Но это беспонт. Медузы здесь толку никакого вообще не будет. Если после хода здесь остается больше одной карты, они уничтожаются. Если после хода здесь осталось более одной карты, они уничтожаются. Ха, зашибись. Ну, уничтожится или нет? Уничтожилось. Ты уже был, подумал, что фигня получается полная. Давай так сделаем. А это еще кто такой? Кто это сейчас такой, интересно, был у него? У него морф. Да блин, я сюда ничего не могу поставить. Давай так сделаем. Создатель. White Queen. А почему у него курк здесь поставился, а я не могу поставить? Прикинь? Это как вот можно назвать, ребят? Короче, здесь я профукал. И у него 12, да? Тьфу, блин. Я офигею, ребят. Ну это пипец, блин. Почему вот сюда-то нельзя было? Здесь можно разыгрывать, который стоит 6. Ёпарасота, тупаря. Вот это я тупанул. Надо было Халка ставить туда. Анимированные.
Ну все, это называется уже паника. Паника, ребят, начинается у меня, блин. Губешки задрожали, знаешь. Кейбл. Так, кладет нижнюю карту из колоды противника в вашу руку. Блин, опять до 21 ранга спустился. Так, я обещал, ребят, другую колоду взять. Давай седьмую сыграем. Я не помню, что там у нас, но посмотрим. Да. Халк разыграл. Надо там было разыграть Халка, блин, потому что там еще уничтожается он. Да в плане ты опять здесь. Это что, колоду не поменяли, что ли, получается мы? Карта уничтожается при перемещении. А тут что? Ну давай так сделаем. Так, снэпнуть, наверное, надо, да? Разочек. Вервольф. Здесь нельзя разыгрывать карты, которые стоят 1, 2 или 3. По идее, должно быть 8, да? Домино. Перетасовала мне все карты. Так, морф. Зашибись, блин. Халка ему, блин, вылепила, а? Ага. Ну что, Халк сюда лепить? Давай поставим Халка. Апокалипсис. Так, ну я выиграл, получается. Нормально. Я думал, будет хуже. Опять 22 ранг, вернулись мы. Свои родные пенаты. Так, еще и задачу какую-то выполнили. Так, выиграйте на локации только одной картой. Поехали. Больше карт. Хочу больше, друзья мои, карт. Так, опан. Кто опан? Ну, что у нас здесь? Так, на пятом ходу все карты должны быть разыграны здесь. Все карты должны быть разыграны здесь. Так, мантис. Только карта, которая стоит 6. Блин, засружи опять этот себе стол. Ну, допустим. Ну, и чего? 5 энергии на этом ходу. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давай попробуем, посмотрим.
Так, сентинель. Здесь, опа. Тоже сентинели, да? Я так почему-то и подумал, что сентинель здесь появится. Давай сделаем так, посмотрим. А вот и... Так, 9. Капитан Америка. Ну, тут, да, получают они трешку. О! Вот кто у него тут притулился, да? Вот этого он хочет выставить, значит, получается, в конце. Сентинель. Опять с своим сентинелем, да? Последний ход. А что мне остается делать? Так, ребят, ну мы выиграем. Вот и все. До свидания. До свидания. Опанчик, до свидания. Так, морф. Морф прокачаться у нас не может. Так, 23-й ранг, ребята, 23-й. До 25-го сегодня сможем добраться, а? Как думаешь? Надо постараться. Надо, ребята, постараться обязательно до 25-го ранга сегодня добраться. Так, три награды, дай сюда глянуть. Да что ты делаешь-то? Так, 200 кредитов, 15 бустеров. Угу. Тут еще 15 бустеров. Так, ничего не пропустили, а то как в тот раз пропустил и думал, а что у нас дальше не продолжается игра, блин. Так, видимо, что-то хочет у нас улучшиться в колоде. Так, я вижу кузнец. Ну давай, новую рамку он зарабатывает. Угу, 5 бустеров. И еще, ну давай еще. Трехмерная. Красавчик. 3D. Опа, карта таинственная. Что у нас тут за карта? Опа. Постоянно закрывает эту локацию. Карты не могут быть добавлены, убраны и так далее. Да ладно, серьезно что ли? Закрывает эту локацию? Не, ну прикольно с одной стороны, но... Закрывает эту локацию. Ну я не видел, чтобы кто-то профессора пока выставлял. Я даже не могу представить, как это будет работать. Так. Трехмерные. Это у нас кто? Это натиск. Это у нас натиск. Сколько там получаем мы? Плюс 2, да? То есть 25 кредитов забираем. А сколько тут вообще? Ой, ой, да тут... Ой, да тут, ребят, немерено там. Конца и края нету. Поехали. Попробуем еще сыграть. Я так понимаю, это у нас предыдущая локация, которая была именно на белках. Кач там.
Ртуть сразу в руку. Ну вот это вот неплохо, ребята. Ртуть плюс двоечка сразу же сюда на среднюю локу. В новую локацию. Давай сюда поставлю. Видишь, тут локация может любая быть. Угу. Ну, у меня тоже такие есть, может не радоваться. Значит, через Казара. Так, что здесь можно разговаривать? Блин, который 6 стоит. Ядрен матрен, ну. Ну и все, и сразу же вот в Медузе, ребята, сразу же получается полный облом. Через Нову. Блин, Нова что делает там у нас? Так, при уничтожении увеличивает силу ваших карт на 1. Ну, то есть он ее еще будет чикать, получается, да? Давай посмотрим, кого нам вытащит Морф. Кто это? 1, 2 или 3? А кто это такой-то? При уничтожении вращается в руку, теперь стоит 0. Ну, я понял, что, насчет чего, что он тут хочет, ребята, замутить. На чем акцент у него идет? На удалении карт. Тупо на удаление карт идет, да? Колосс. Ну, давай посмотрим. О, как он сдулся-то, ребята. Как он сдулся-то по-жидкому. Что-то у него там не сработало. Хм. Не те карты у него, видимо, поудалялись. Все пошло не по его плану. Да-да, друзья, не по его плану пошло все. И он немножко дрисунка поддал. Понимаешь? Ну что же, это хорошо. Я обожаю, когда идет все не по плану. Так, ртуть. Опять же, третьего хода. Ну что, у нас есть третий ход? Здесь нельзя разыгрывать карты на 6-м ходу. То есть на последнем ходу получается, да? Ну, белочки, как всегда. Добавляет по карте ниндзя. Мне нечего поставить. Морфа будем ставить, наверное, да? В следующем ходу. Или как? Или дедлока. Краблер. Наверное, дедлока я поставлю здесь. Или... Давай морфа. Посмотрим. Кого нам выдаст морф? Что-то я сейчас не понял, что он сейчас вот делал. Как он еще две карты выставил? Как он это делает, не пойму я. Карнейдж. Хм. Да, я понял, кажется, его задумку. На уничтожениях он будет играть. Раз у него Карнейдж и дедлок. Если вы разыгрываете здесь карту, ее копия заполняет эту локацию.
Так, что же мне здесь сделать? Поехали, наверное, сделаю так. И вот так. Так, этого Стронджера он уничтожил. Так он сейчас разрубашит все карты там все. И это возвращается на... Понятно. Последний ход. Что-то тут не клеится у меня, ребята. Все, я выиграл. Его фокус, опять же, друзья, не сработал. Хотя мог бы. Так, девочка-белочка, ты пока потерпи. Так, два задания выполнил. Ну, еще-то одну дайте. Уничтожьте карты. Так, что у нас тут? Оу, новый титул, ребята. Не совсем Тарзан. А в магазине у нас не обновилось? Магазин не обновился у нас? О, да, обновился. Трехмерный Росомаха. Так, плюс двоечка. Таинственная карта, быстро на базу. Анжела. Если вы разгрузите здесь карту, плюс 2 к силе. Если вы разыгрываете здесь карту, а если не разыгрываете, то ни хрена, да? Хеймдаль. Так, Хеймдаль плюс 1. 5 бустеров. Ну давай еще двоечку, пожалуйста, мне. Дай еще двоечку и все. А, все? Блин, а что так? Только разошелся и все, уже закончилось, блин. Нет, ну можно вот этого улучшить. Это у нас кто это? Iron Fist. Давай. Пускай будет. Продано. Продано. С потрошками. Опа, электро. Электро у нас получает новую рамку. Плюс один. Ну что, пойдем еще партийку рубанем. Этой же колодой. Колода номер 7. Надо их подписать. А их подписать можно, интересно, или нет? Крис Овски. Счастливого лунного нового года. А как он так написал себе? Это титул дает ему или что? Слушай, нормально. Есть второй ход. Давай, поехали здесь. Что, снэпнем? На четвертом ходу превращается в новую локацию. И вот здесь дилемма. В какую в новую локацию? Он пошел тоже на повышение. Следующий ход 4. У меня третий есть ход. Хеллбастер будет. Кейбл. Подтусовал, да? Колодочку. Карту точнее. В ходах сюда карты нельзя добавлять. Давай, пожалуйста, с медузой. Чтобы была восьмерочка. Вот это будет хорошо. Блин.
Не с медузочкой, он с ртутью. Получает плюс 3 к силе на остальных. На остальных, ну, нормально. Если мы победим, это будет круто. Здание Бакстера Стокмана, что ли? Здание Бакстера Стокмана. Эх, ну что, ребята, ставим эту карту сюда. Не-не-не, парень. Последний ход. Блин, а у него еще есть друзья мои. Поставим так. А откуда здесь три? Не понял, подожди. Откуда здесь три-то? Ребята, откуда здесь три взялось силы? Вот здесь три и здесь три. Я не понял, у него не было никаких карт таких, которые... Чё за фигня, блин, ты, творится, блин? Я потом пересмотрю. Я не понимаю, откуда у него плюс 3-3 взялось там с двух сторон. А, если какая-то карта, которая выигрывает плюс 3 к силе, к остальным. Фу, блин, точно. Это же бонус он получил от средней этой линии. Точно, ё-моё. Йонда убирает верхнюю карту с колоды противника. Верхнюю карту. С колоды противника. Ну, допустим. Так-с, дай-ка я попробую пятой колодой сыграть. Плюс 3 к силе к остальным, ребята. Надо было мне держать ту позицию до конца. Ай, твою налево, мультиплеер, блин. При перемещении оставляет свою копию на предыдущей локации. С наибольшей силой. Я вообще не могу ничего поставить здесь. Угу. Давай так сделаю. Короче, здесь получает минус 2 к силе. Некроша. Серьезно? Блин, что делать-то будем? Давай так сделаем. Угу. Выигрываем, ребята. Выигрываем. Фух.
на море хотелось сыграть. Балалайочка тебе, ребят, 24 ранг. А мне нужен 25. Я хочу 25 ранг заработать сегодня. Блин, сыграем, наверное, 8-й колодой. И сейчас покачусь колбаской вниз. Поменял колоду. Так, Маси. Маси? Или Макл? А зачем тут веру... Плюс 5 к энергии на этом ходу. Ого, вообще шикарно. Давай так сделаем. И вот так. Снэпну еще. Так, электро. Да ладно, блин. Обнулила, прикинь. Тварина, блин. Так, Карнейшн, нету смысла его ставить мне. Это не интересует. Так, после третьего хода на сторону проигрывающего на локации игра добавляется глыба. Да и просто, ну что такое-то, блин? Ну а фиг ли делать, ребят? Ну, надо что-то выставить хотя бы, блин, чтобы запомнить эту локацию. Давай тогда сделаем так вот. И вот так вот. У меня больше никаких задумок нету. Так, я могу улучшить? Нет. Так. 5. И все равно не хватает. Хотя... Почему такая карта черная? Подожди-ка, 6... Какой-то просто трындец. Я не могу ничего сделать. Ну давай сюда поставим. Я выигрываю, да, ребята? Угу. Я выиграл. Я выиграл. Блин, вот эта тварина, конечно, да, поднасрала мне хорошо. Все, друзья, как и обещал, 25 ранг сегодня мы взяли. Очень-очень приятно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.